На улице Маньчжурской из Косогора вылетел автомобиль, хотя состояние дороги здесь такое, что здесь не то, что ездить, здесь ходить опасно. Случившееся на улице Маньчжурской удается восстановить по свидетельству местных жителей. По их рассказу, ранним утром водитель автомобиля Nissan Tiida спускался со стороны улицы Буссе. На скользкой дороге, представляющей себя ледяное одеяло, машину начало заносить. Не справившись с управлением, водитель вылетает с дороги в обрыв. Там машину остановило дерево. Не сумев вытащить авто самостоятельно, водитель решил покинуть место происшествия. Местные жители рассказывают, проблема с главной дорогой существует уже далеко не первый год. Лодка собачья вот стоит здесь в самом начале. Оттуда текла вода прям с центра, то есть она выломала там. Текла вода оттуда, и здесь была наледь примерно вот такой высоты. Люди уверены, льются по дороге далеко не грунтовые воды. Возможно, в ливневку выше по склону кто-то вывел свою канализацию. Это вода канализационная. Думаю. Это кто-то оттуда сливает, да. Вот, ну, у меня есть предположение. Как утверждают местные жители, дорога стоит на балансе у города. Вот только никто ею не занимается. Толщина льда уже составляет несколько десятков сантиметров, а его даже песочком не присыпают. Без посторонней помощи по такому льду подняться непросто, а ведь кому-то приходится ходить по этой дороге ежедневно. Вот сюда прокатимся потихонечку, давай. Ага, вперед, давайте. Проходите. Тихо-тихо, не держите, стойте пока сейчас. Исправить ситуацию местные жители пытаются уже несколько лет подряд, но пока безрезультатно. Первый раз это появилось лет 5 назад, тогда нижнюю строчку топило. Они писали в прокуратуру, прокуратура им ответила, что меры будут приняты, меры не приняты. А в этом году уже мы не выдержали, тоже вот 2 февраля написали жалобу в прокуратуру, что, чтобы устранили. Ну, пока еще все. Еще в рамках. Ну, в рамках, да, месяц они могут думать, да. Как раз все растает. Вот и остается жителям улицы Маньчжурской ждать, когда лед растает или когда произойдет ЧП, и дорожные службы ринутся к ним на помощь. Что произойдет быстрее, пока непонятно.